Привет, и сегодня мы будем продолжать играть в Майнкрафт с модами. Так, я тут походил немножко, понаходил всякого ерунды, нашел вот такую вот летающую базу. И решил здесь жить, потому что там меня вечно доставали зомби, там крипер бахнул. И я думаю, наверху может меня никто не коснется. Так, вот что у меня есть. Тут да, тоже что-то есть. Что это... почему она залагала? Ну ладно, там дерево гивеи. Да, здесь больше ничего нету. Тут у меня броня, всякие инструменты и тому подобное. Так, и тут у меня еда. Вот мороженки, яблочки, бутербродики. Так, вот шоколадные блоки, карамельные блоки, шоколадные блоки, сахарные кирпичи. Такое еще есть. Где же я это все взял? А сейчас я вам покажу. Идем маркеры, и у меня есть вкусно. Телепортироваться вкусненько. Так, да. Так, и вот здесь был дом вкусненький. Но просто я хотел вам показать, как он выглядит. И я один оставил. Курица говно лежит опять за мной. Один где-то должен быть там. О, пчелки, надо будет потом их собрать. Так, где-то, да, вон он, один вкусненький должен остался вот тут. И надо будет его сейчас собрать. Опа, что там такое розовое? Я хочу посмотреть. Что значит розовое? Что вообще сейчас с Майнкрафтом? Я так и не понял. Так, вот, простые шоколадные блоки. Тут всякие, вот откуда я светокамень добыл. Так, сломайся. Вот, тут всякие картошечки, пирожечки. Я тут ничего не собирал, чтобы вам показать. Так, это мы соберем, покушаем. Соберем, соберем, соберем. Надо будет потом собрать его, разгриферить полностью. Так, тут есть еще ульи. Так, надо вон тут собрать шоколадный, все. Так, единичка, маркеры, жители первые, это мой дом. Теперь, так, кушать, у нас где-то здесь еда. Вот сюда, все вот сюда, совываем, 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 совываем. Все, и шоколадные яйца. Ресурсы у меня вот здесь, все ненужные. Так, а ну-ка, дайте проверю, блин, что за баг. О. Что за бред с гивеей? Это древесина гивеи, все нормально, древесная гивея. Ну, ладненько, короче, забьем на нее пока что. Может, временный лаг. Да, вчера нашел, короче, ресурсы. Вот, смотрите, все мои ресурсы. Вот, оловянная руда, медная руда, свинцовая. Что это? Что с рудой? Так, главное, 25 иридия, пипец просто, я столько всего понаходил, всяких вот этих вот ресурсов, вот они, вот. Так, а мне кажется, просто это у меня из-за настройки пакеты текстур. Давайте поставим на дефолт. Я просто только что нечаянно поставил Spark Pure Worldcraft. Так, и сейчас походу готово. Может быть сейчас будет нормально. О, да. Это все просто из-за текстур пака лагало. Так, и гивейка теперь проверим. Да, гивея все нормально. Все. Все исправили. Вот это вот руда просто офигенно. Я ничего не делал, просто вот самое офигенное нашел и все оставил. Вот какую-то селитру нашел в пустыне. Так, нам нужно примерно таки 5 блоков. Сейчас я не помню, крафт. Ну хотя можно будет 2 сделать. 2. Так, зайдем. И пускай она пока что жарится. Я быстренько возьму железка. Нужно железка. Раз, два. И железка сделаем ножнички. Так, ножницы готовы. Тут делается. Так, сейчас надо пойти в маркеры жителей третьи. В третьих жителях там есть. Открывайся. Все, спасибо.
Так, только вот я не помню где и почему-то сейчас лагает. О, первое есть. Три. Нужно больше. Где я? О, еще одна вещка. Стой, стой, стой. Главное, фу. Стой. Так, мне нужно 4, значит еще 4. Сейчас я кое-что скрафчу, вы просто офигеете, что эта штучка может. Не буду говорить, что это, что я скрафчу, для чего она нужна. Просто все сами сейчас увидите. Ты чего продаете? Неинтересные вообще какие-то. Зомби-мяско. Так, а вот еще. Отдай. Ой, извини. Я думаю, она живая осталась. Да, вон там загон. Главное, чтобы они не были все мертвые, потому что, не помню, вчера было нормально из животных. Так, кушать, кушать, кушать. Кости кушать можно? Нет. Давайте гнилую плоть. Так, и вот они, да, овечки все-таки здесь есть. Давайте мы их тоже подстрижем. С тебя 3 выпало. А с тебя выпала 1. То есть 3. То есть пипец. Закрыть. Все, 13 штук. Теперь мне нужно на маркеры и жители первые. Так, обратно вернуться домой. Дальше. Мне нужно зайти вот в этот сундук. Приостановлю видео. Временно. Сейчас перезапущу просто Майнкрафт и все. И все, я продолжил, конечно же, вот только что перезапустил. Вы даже не заметили, как это все произошло. Так, сейчас как-то меньше лагов. Так, и вот эту штуку сейчас у меня дожарится до конца. А самое главное, сейчас ночь. А вот это мне хорошо. Потому что мне нужно... Так, ресурсы у меня здесь, может что-то черное есть. Мне нужно что-то черненькое. То, что может покрасить шерсть в черный. Так, а если я посмотрю рецепты? И черный краситель, и черный мешок, мошонка, короче. Надо добыть эту мошонку, но сейчас ночь, и я думаю, мошонку не добудешь. Так, заберем, поставим ресурсы. Чтобы можно пожарить, чтобы зря не шла моя это имя. А я возьму латекс, пожарю как раз. О! А чтоб мы не скучали на ночь, сейчас возьму один алмазик. И вот я уже тут приготовил, кидаем алмаз и бежим. Все. Мы сделали портал, твиллинг портал, проще портал в сумеречный лес. И это нормально. Да, сейчас пролагает очень сильно. Не знаю, почему начал так вот на 1.64 так лагает. Вот, вот именно лагает. Критикал. На, критический, тебе удары. Критикал, 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 критикал. Сейчас очень долго будет все прогружаться. Может вам... Ой. Так, нажму-ка я. Может сейчас. Или сейчас. Может сейчас. Опа! И я попал в твиллинг. И алмаз сохранил. Ха! Вот это вот я люблю. Так, ну ладно, теперь можно валить отсюда. Ладно, лагает. Твиллинг мир вообще лагает. Так что я буду к нему по минимуму и может без записи приходить. Ну может только если что-то интересное, то буду сюда заходить записывать. Да ну нафиг, ты что? Эй, должен был у меня дома, а не тут. Окей. Идем, жители, первое. Там мой дом. Ты шо? Ты что, дурак, что ли? Так, ладно, как бы поторопить это время, чтобы можно покоротать, как бы. Так, делать мне нечего. Сейчас я где-то вот... А, нет.
Мне нужно пойти вот сюда. Так, сейчас я зайду. Не, а, блин, нет, а. Прыгнем вниз. Или нет? Да, прыгнем. Ага, вот где. А, ну я тогда понял, в чем прикол. Почему он прям вот снизу, где я сделал. Ну, нет, я не понял прикола. Ну и все равно. Так, я так знаю, то что ночью черного я ничего не найду. Может быть, так, знаю то, что я сейчас только умру. Да, тут жители, главное не прогружать им чанки, чтобы они не умирали тоже. Потому что там очень хорошие жители. Так, давайте здесь посидим. Что здесь? Лысая. Лысая. Прыжок вниз. Паркур не умер. Нормально. Везде, где не умер, это нормально. Так. Куда? Ох, ека. О, нет, здесь мобов много. Тут вообще маленькая какашка плавает. Какашка маленькая, фу-фу. А куда он плывет? Да, он походу плывет до этих мобов, блин. Надо было ласты вообще одеть и в ластах пойти. Так, я не понял. Еще что ли? А нет, это все мое еще. Думаю, еще нашел. Думаю, вообще повезло. А, так не сильно, оказывается. Неинтересно. Так, сейчас я ползу вот сюда. Карабкаемся, посмотрим, поищем. Крипер, только не бей, только не бей. No, не стреляй, не стреляй. Косой. Идь, кокос воруем. Это кокос, я знаю. Но надо сломать. Хоть один. Есть, я сломался и кокос, и пальма. Есть, у меня пальма. У меня есть. Я посажу у себя ее, главное беги. Если хочешь, чтобы я ее у себя посадил, беги. Беги. Бежим, блин. Не знаю куда. Вот сюда. Нет, не сюда. А, тупик. Нет. Нуб, школьник. Тупой школьник, на. Ладно, все нормально. Так, и что здесь еще можно сделать? Что здесь еще можно сделать? А, ничего такого интересного. Надо пойти домой. Домой. Все. Я дома. Нет, я не дома. Я просто буду полчаса сейчас ждать, когда она за... Наконец-то. Спасибочки тебе огромное. Так, орех. Так, что мне нужно сейчас? Мне нужно очень много грязи. Или не грязи. Или... Да, я придумал, что мне сейчас нужно. А мне нужно всего лишь мою морковку. Блин. А кушать как-то не хочется. Так, здесь у меня морковка, там у меня картошка. Ну или наоборот, точно не знаю. Так, так, соберем здесь. Ну, давайте здесь посадим вообще все деревья, будут расти. Тут надо будет гивейку, наверное. Либо гивейку, чтобы не подальше, недалеко от дома. Или что-то еще. Но пока что я здесь попрыгаем, чтобы вот здесь главный уголочек потоптать, посадить на этот уголочек. Посадить, я сказал, расти, и он только на песке растет. Походу, нет, главное не в кувшинку, не в кувшинку, есть. Все нормально. Это я, ух ты ж, нифига, сколько мобов, я что, на тяжелом играю, что ли? Маркеры, жители, телепортировать. Все, пошли отсюда. Вон.
бон, школьник чуть-чуть не упал, чуть-чуть не упал. Ну, в целом-то ладно, так, и бежим, 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 бежим. Давай. Круто, без голода. Почему день идет быстрее, чем ночью? Что это так как-то несправедливо? Да, на песке растет, фигово дело. Но зато будут всегда кокосы, не знаю зачем, но кокосы зато будут, ха. Так, эта пшеница меня всегда бесит. Что, мой дом, что ли? А, да, мой дом. Так, так, тут у меня еда. Заберем тебя. Зачем? Лучше хлебушек сделать. И покушать, наконец-таки, хлебушек. Так, когда этот день уже будет? Так, где солнце? Солнце. Ага, солнышко всходит. Это заходит. Все, скоро будет день. Так что я сейчас приготовлюсь быстренько для этого дня. Эндер мне не нужен. Так, с... Ох, что ж не надо. А, нужно пойти в этот сундук, там, где у меня мечи. Нет, этот уже поцарапанный как раз. И ласты. Все, буду в ластах с мечом. Мне потому что сейчас надо будет в воду. Так, что тут? Идемте сюда. Сейчас тут слили. Хе-хей. Идь, не допрыгнул. Так. Иди отсюда. Нет-нет-нет, жителей не трогай, я с ними буду потом еще чем-то заниматься. Хе-хе-хе-хе-хе. О. Главное моих вот этих вот жителей сохранить. Желтого и зеленого. Так, желтый где? Ай, курица, иди отсюда. Пингвин. Нету курицы. Такс. Опа. Утречка настает. Настает потихонечку. Курятинка. Курвятинка. Так, подожди, только зеленый? Фу, желтый. Ты меня что-то пугаешь. Никогда не убегай отсюда, а то я тебя буду убивать. Да шучу. Мне все равно твоя смерть не сильно так нужна. А может и нужна. Так, пить, убьем это говно. Что оно тут за нами все бегают, эти курицы. Надо удалить этот вонючий мод. Надо доставучесть курицы. Либо оставить больше хардкорности. Почему ты не умираешь? Солнце. Солнце вообще-то ты. Где ты? Иди сюда. Вот. На тебе ты. Засал, да? О-о-о, нет-нет-нет. Критический. Два критических, и он просто готов. Просто сготовили его. Заживо похоронили. Эй-эй-эй-эй. Иди сюда. Получил, получил. И теперь надо водичку посмотреть осьминожечков. А вот они сразу тут торчат. Ух, сколько их уже. Сколько здесь голов, сколько здесь голов. На, критическим сразу убил. Убил частично. Так, три. Надо смотреть за количеством их сколько. На, пять. Так, 5, это мне хватит на 5 шерсти, а мне нужно 4 на 1. Это значит, нужно 8, все. И теперь можно спокойно телепортироваться. И брать шерсть, она где-то здесь должна быть. Так, яйца это считается как за яйца. Значит, из яиц можно готовить продукты. Делаем шерсть сначала, черную. Потом мы делаем вот такую вот, берем эту тему. А вот я уже не помню дальше. Либо так крафт вылаживается. Да. Просто сейчас, блин. Думаю, вторую крафтить, не крафтить. Ну ладно, оставлю ресурсы пока что для нее. Для второй. Там как раз 5 еще осталось.
И теперь можно найти даже жителей. И будут получать по щам этой перчаткой. Так, вот житель, пример. Берем жителя. Видите, он ножницы продает. А ну иди сюда. Иди сюда. Оп, мы своровали их, своровали. У него в инвентаре, как видите, ничего нету. Через некоторое время он подумает, что мы у него это купили. И все. Это, короче, как воровская перчатка переводится. Так, что у кого еще можно купить? И так можно ресурсы делать бесконечным. Я не знаю точно, вот изумруды, да, можно. Такс, и сейчас мы хлебушка наберем себе. А ты что, продавал? Или продаешь? Что ты тут? Вот, да, стрелы у него своруем. Так, какие-то они немощные, эти жители. Так, и неинтересно вообще. Ты что продаешь? Хлеб, давай мне еще хлеба. Я как раз кушать хочу. Так, очень долго бы я ждал вот до этого вот моментика. Поворовать, просто поворовать. Иди сюда. Что ты продаешь? Печенюхи? Да не. Ты что продаешь? Ты еще печенюхи? Еще печенюхи. А ты что продаешь? Хлеб. Ой, залагало. Так нечестно. Иди сюда. Иди сюда, секунд. Что ты продаешь? Что продаешь, я тебя спрашиваю? Изумруды, ура! Своровали изумруды. О, шкальники звонят какие-то. Так, ладно, сейчас, извините, извините, извините. Забыл, забыл, забыл вообще это сделать. Да, все. Я закрыл все, и давайте продолжаем же. Так, вот жители. Сейчас мы у них заберем яблочки. Бассейн. Покупались. Коровка, ты мне что дашь? Молоко там на шару. Короче, это очень прикольная перчатка. Очень можно очень хорошенько разбогатеть. Так, что я своровал? Что ты? Хлеб? Давай хлеб еще. Ты что, изумруд? Давай изумруды. Ты что, мясо? Давай, насчет курицы я никогда не откажусь. Так, куда, 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 куда? Ты кто? Ты что, алмазы? Ой, изумруды, давай. Ты что, хлеб? Давай. Ты кто? Ты что? Зачем? Ты вообще? Ты кто такой по жизни? Так. Единичка, маркеры, жители, телепортироваться ко вторым жителям. Ха-ха-ха, мой любименький. А ну-ка, давай мне. Садовый. Так, садовый ножичек он не дал. Ты мне хлебушка давай. А ты мне давай изумруды. Гони. Чё, не нравится, когда врут? Меч мне дай. Изумруды дай. А ты чё, беленький? Изумруды мне. Не знаю, зачем мне изумруды, но пускай будет. Никогда нет лишних изумрудов. О, вот видите, вот он обновился. Через одну, все, он обновился. Стой. О, у него теперь замшелые соты. И мы у него своровали замшелые соты. А у него опять своровали этот садовый ножик. У тебя кожаную куртку своровали. Ну давайте ее оденем. Че, мы зря воровали, что ли? У тебя что? А ты ничего не продаешь, иди отсюда вот туда. А ты что продаешь? Изумруды. Ха, крутой чувак. Вот поэтому я хранил своих жителей. Просто, чтобы они были хорошими. Так, вылечивайся давай. Ого, у меня досточки теперь какие-то есть. Так, вот тут я ничего не трогал. Тут как были пчелки, так и остались. Я не хотел их собирать, потому что как-то не вовремя они тут расселись. Что эта пчелка хочет? Неизвестная геном. Так, подождите, чего она хочет? Не видно неба. Ага, ей не видно неба. Ну вот, блин, фигово, ей не видно неба, поэтому у меня пчелки не растут. Так, а вот насчет пчелиных жителей, надо их куда-то так отвезти. Ты что, опять ты свой куцир продаешь, ты задолбал. Так. О, давай мне баканы еще кожаные, давай мне ботиночки. Ты что, изумрудики давай мне уже почти стак. А ты что? Алмазный нагрудник? Нихерово.
Блин, был бы тут розовый житель, который самый офигенский. Короче, я думаю, так как-то будет читерский, либо не читерский, я вот точно не знаю. Ну, блин, ну это выглядит читерски, да, потому что воруешь ресурсов, в чем можешь много ресурсов себе добыть. Ну, а в другом я эти ресурсы очень долго добывал. Так, вот можно будет даже домик где-то сделать. О, пасеки своровать. Изумруды своровать. Изумруды своровать. Так, ладненько. Сваруем. Теперь вот это. О, курица. Или курица. Ты кто вообще? Блин, она мне медлительность дала. Не люблю я куриц. Это курица, вонючая курица. Эту курицу надо будет убить потом. Вонючая, вонючая, вонючка, вонючка, ха-ха-ха. Так, что здесь за алма? Ты опять это говно продаешь? Ты тоже? А? Что а? А ты чё? Наложнички, наложнички. Ну, пригодятся, может. Я пошутил. На. Это пускай будет. Такс. Курочка мне не нужна. Наложнички пускай будут. Такс. Ты что продаешь? О, вот это вот офигенно. А. И еще черненький. А ты что? Ты что? Желтый, стой. А, я у тебя только что купил, да? Да. Ну, типа купил. Нормально все. Дай ему меч. Так, стаки 41 уже изумрудов наворовал. Че, нормально? Нет, граби не хочу я воровать. Неинтересно. Мотыга нахер не нужна. Где еще можно поворовать? О, я помню, что на вкусненько бегал один житель. О, точно. Где мой дом? Там же жители. Воу-воу-воу, сколько? Такс, и сейчас мы у него что-то своруем. Что у тебя? Что у тебя? Изумруды, окей. Что у тебя? Нет изумрудов, извини. Так. А давай, давай, давай. Ой, давай, 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 убегай, убегай. Черный куриц. Надо в домик, телепортироваться в домик. Так, вот, вон там, я видел, там шахта. Да, я в ней был уже. Ничего интересного там нету. Ресурсов только дохера. Ну, мне впадло было собирать. Я собрал только чуть-чуть. Так. Ты, походу, арбузы мне должен. Ты ничего не помнишь? Ты мне сам сказал, что когда будут деньги, я тебе отдам. Так денег у тебя нету. Ты мне должен арбузы. А ты изумруд. Так. Дальше что, кто? А, дальше никто, ничто. О, обновился. Зажигалка, нахер она не нужна. Ты, что думаешь, убежишь от меня? Алмазные ботинки, думаешь, не продашь мне? А ну-ка, стоять. Алмазные ботинки мне нужны. Так, у тебя надо запомнить. Главное, чтобы ты не умер. О, алмазная лопата, чувак. Печеньки. Ой, выпали лишние, походу. Да, лишние. Ну ладно. Мне больше съем. То есть я меньше съем. Обидно. Ну, ладно. Так, стальной меч. 6 урона. Этот поцарапанный. Все. Так. Ну все, больше воровать нечего. Уже прошло 2 дня майнкрафтовских. Даже боже 3, я не считал, сбился со счета. Ох ты ж, дагестанская свадьба, блин. Как дагестанцы готовятся к свадьбе. Так, а всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте большие пальцы вверх, если вы хотите дальнейшего продолжения. И с вами был Спайсмен. До скорых встреч. Всем привет, дорогие подписчики! Эх, я вернулся, так, я не снимал просто субботу и воскресенье, потому что
Я решил то, что я не буду записывать в выходные дни. На то они и выходные, чтобы я отдыхал. Так, это выжить надо вот сюда, вот в эту воронку ставить. Вот так его закрыть, чтобы он не проходил здесь. Ибо охуевший. Кто это сказал? Вы слышали, да? Кто-то сказал мат. Кто это, интересно? Я не говорил, если что. Здесь все. И все. А что все, кто все? Непонятно. Давайте хоть увеличим эти штуки так. И все, ладно, короче, здесь, стой здесь. Здесь, а стой. Стой здесь. Куда это поставить? Лишний блок. А, вот, все не лишний. Так, вот мой житель. Я его уже оборовал пока что. Так, тут вот я выделил такую комнатку себе, сам построил ее. Нашел офигенские ресурсы, пошел в этот... Ой, как он называется? Сейчас покажу вам. Да, в Твиллинг мир пошел. Так, сейчас, если я найду, где-то они должны быть здесь. Вот. Там нашел и какие-то Аврора блоки. И они очень прикольные. Вот выглядят они белыми. Но вот смотря где я их поставлю, они будут менять вот цвет. Вот прикольная штука. Я чуть-чуть себе там нагриферил, они ломаются вот рукой спокойненько. Так, где? Это где они были? Я уже. А, вот они все. Так. Куда вот можно? Что сегодня поделать бы такого? Ой! А, блин, я зашел к этим. Блин, не понял сначала, что это такое. Так, ребятушки, кто мне изумрудиков даст? Изумрудиков, ты мне. О, ты мне дашь изумрудиков. Да, не изумрудиков. И ты дай мне изумрудиков. Так, у меня уже очень много изумрудов, уже там стак с чем-то блоков. Ты что? Нет, не хочу я эти ваши штуки. Я тебя сворую, чтобы у тебя их не было. На, дарю тебе. Так, давайте домой. Блин, опять чуть по привычке хом не написал. Так, раз, заходим. Раз, не заходим. Идем покушаем. Это мне вообще нафиг не надо. Что-нибудь по одной здесь валяется. Вот по 6, так хватит. Надо будет себе хотя бы уже где-то сделать. Так, сегодня что я хочу сделать? Сегодня я хочу сделать хотя бы какие-то, ну, побольше там, не компрессоры, а вот дальше доделать. Что мне здесь осталось? Компрессор, экстрактор и жареная печь. А, дробитель, экстрактор. О, экстракторы надо вытащить. Энергия есть. Тут все нормальненько. Такс. Кушать. Не забывать. Такс. Да, я, короче, покупая у жителя, обнаружил вот такую штучку. Смотрите. Я поставил блок, он не заканчивается. И так можно до бесконечности его ломать. Свет такой будет. Не знаю, это как-то получилось. Короче, дюкнутый какой-то, баганный или что. Ну, прикольно. Вот его на шифте, нельзя ничего делать с ним. Так, сладненько. Сейчас мне, вот видите, сколько мне изумрудиков. Вообще маленько. Мало. Мне всегда все мало. 33 видео руды. Подожди. Какая-то вонючая говно позвонила мне только что и сказала: это тот номер. Нет, это не тот номер. Нахер ты звонишь? Говно. Ладно, покушать надо нам. Ой, блин, опять это говно ко мне. Камин. Сварим, короче, хлеба.
Нормально, думаю, хлебушек покушаем. На, в портал, выкидываем все. Все, в портал все выкинули, ха-ха-ха. Так, что мне сейчас надо? Мне сейчас нужна резина, медь, вот эта фигня и вот эта фигня. И сначала мы берем медь и делаем пластинки, хотя бы 4, ну 5 сделаем, ну ладно, с кем не бывает, нормально. Делаем проводочки, хотя и надо было 5 делать. И делаем вот эти хрени. Так, посмотрим рецепт крафта, чего мне сейчас нужно. Компрессор. Компрессор где-то здесь должен быть. Компрессор. Так, компрессор. О, вот начинается. Компрессор, вот он, походу. Да, компрессор. Да, базовый корпус, камень. Камень сейчас быстренько у нас. Булыжника много. Так, булыжничка нужно. О, и камни даже есть, нифига. Раз, два. Вот так мне нужно. Так. Железо. Нет, мало железа. Мало. Мне мало тебя. Это что за хня? Что он там так дергается? Что ты дергаешься? Ты не дергайся, не ссы. Так, тут заполнено уже. Энергия заполняется хорошенько, так что я буду теперь уголь собирать всегда. Как раз у меня есть кирка на удачу. Все было своровано у этого вот жителя. Да не базарь. А, крыто. Все нормально. У тебя все было своровано. Дай сюда, быстро. Вот так. Если вы хотите, чтобы я снял видеообзор на новый вот этот вот Industrial Experimental Industrial Experimental, просто отпишитесь. Только не от канала отпишитесь, а отпишитесь в комментариях внизу. Так, ну как видите, такое красивенькое. Даже такие, как получается, северное сияние. Но потом я еще туда тпшнусь и покажу вам. Там вообще так смотришь, так все красивенько именно выглядит. Давай, все, еще две как раз. Там у меня еще два железка есть, кажется. Так что мне их сейчас прессовать вот так вот, чтобы сделать механизм. Давай. Что такая медленная? Потом индукционную поставлю, будет индукционная медленная. Так, а так, все, 6 штук, там еще у меня 2 есть, кажется, железо, я не помню точно. Так, где? Одно. А, 3 есть здесь. Вот так, нормально, все. Делаю блок механизма. И... Так, я продолжу. Немножко походил, только что собрал свои... Гивейки все, и пойду вот сюда. Сейчас. Надо в экстрактор засунуть. Пускай пока что экстрактор работает. Так, электропечь у нас все. Железка мы сейчас передробим. То есть переплавим. Так. Теперь мне нужно... А, скелет мне в голову прямо. Так, все. А, компрессор мы хотели сделать, то есть я хотел, а вы не хотели, или вы хотели, но не знали об этом. Ладно, хрень сказал. Так, теперь, редстоун. Берем блок, ломаем. Один редстоун, две, и нам, а нет, наоборот, две вот эти. И немножко вот этих. И электросхемка. Все, сделаем компрессор, пока в крафте находимся. Так, все. У нас есть компрессор теперь. Можно его пойти поставить. Может пригодится потом. Так, все, компрессор есть.
экстрактор работает, это работает. Так, надо пойти хотя бы в шахту, набрать уголька побольше. Так, нет, ресурсы все вот здесь. Нужно здесь, это здесь, здесь. Нет, это здесь. Медь, медька тут, это все тут. И это идем в мусор скинем. Так, все. Прочность нет. Небесная кара и прочность, небесная кара и отдача. Так, а мне сейчас нужно где-то у меня были очень хороший прочность, острота, эффективность, так, и удача здесь. Можно взять еще вот эти вот эффективность 2, потому что это сейчас сломается. Чем нет такого эффектива, хотя бы удачи 3. Нет, нету. Ну ладненько. Идем до этих жителей. Че, хотите моего этого сорвать? Ага. Вы хотите моего взять? Или возьмете? Так. Меня бесит, тут зомби появляются всегда. И они хотят своровать моего жителя, который здесь стоит. Ой. Хотя бы покусать его хотят. Так, вот я закрою, чтобы они к нему не хотели идти. И он пугается потом, и у него ничего нельзя купить. Так, а ты что-то залагал и не хочешь ничего делать. Походу, я тебя сильно наворовался. А ну-ка, давай работай. Шо, а? Не больно ничего. Давай, житель. Чё ты? Ты чё, говно? Да? Задолбал тут базарить. Так, ладно. Сегодня у нас будет поход в шахту. Да, пауканы. Пауканы, пауканы. Па-па-па-па-па-па-па. Вот тут я спущусь. Так что беспалевно. Так, что ломать кирку? Проще так. О! Почему у меня две кирки? Откуда у меня еще одна кирка взялась? Это колодец ваш. Это вот диспаунер хотя бы. Так, настройки графики. Так, яркость самая, чтобы вам было побольше, получше видно. Я с факелами не люблю ходить, потому что мне и так все хорошо видно. Так что. Да нет, надо заделать, потому что мне вода сейчас будет мешать. Все. Поводиться, спуститься. Нет, подожди, тут олово. Не надо спускаться по воде. Так, с оловка накопать. Все. А, вот она, медька. Медька, медька, медька. Уранчик. Уран теперь в этой версии выпадает в простой руде. Потому что если бы он выпадал как раньше, тогда бы у всех было отравление, никто бы в шахту не ходил и уран бы не собирал. Точно, надо будет потом сделать буровую установку, накопить побольше алмазиков найти, чтобы сделать эту буровую установку. Такс, такс, и вот так. Еще так, чуть-чуть вот так. Так, 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 так. Туки-тики-туки, так. Так, здесь уранчик. Опа-на, а вон и уголечек. Надо уголечек будет. Блин, уголек это всегда нужен. Так, так.
И вот так, все. Удача, удача, два пускай будет. Потому что уголь блоки очень хорошие. Очень много энергии дают эти угольные блоки. Так, куда? Ломайся ты быстрей. Давай. Ой, блин. Гоша, говнюшка. Так. И вот так. Все. Хватит. Сколько здесь? 3-4, что-то мало. Ну хотя нормально, что. Ничего нету. Уранчик. И что есть? Ничего нету. О, нифига себе, на шару копнул. Я X-рейщик. Беспалевный. Так, ладно. Не копай под себя. Правило. Самое первое Майнкрафта. Любого. И модного. И простого. Копай. Вот так вот. Так. Тек. 26 уровень. Вон я все пещерки вижу на карте. Всегда очень много меди, блин. Вот всегда. Где не играю, всегда очень много меди найти можно. А с железом кризис. Так, сейчас я упаду. Фу. Да. Чуть в лаву не шлепнулся. Надо идти куда-то вот в ту сторону. Может, я там дойду сейчас до какой-то интересной. Так, тут надо голову было собрать. Всегда все ресурсы нужны. Так. Грязь. Не люблю я грязь копать. О! Вот же значит моя нелюбовь копания грязи. Может вообще на 9 уровне посидеть. Понаходить алмазики. Фу, грязь не люблю. На 5 уровне можно найти ту руду, которая. Ой, уголь. Уголь. Это уголёк. Вот на этом уровне находится та руда. Вот эта вот руда находится здесь. Еще одна. Плюс. Плюс один. Вот так можно даже сказать. Да если что, можно еще будет перчаточек наделать. Так, ой, зато там эта руда, блин, там руда эта офигенская, я хочу ее своровать, я хочу ее скиздить. Ладно, я ее сломал все равно, и она в лаве утонула. Ну, почти жалко. Так, вот так, может, обойду лаву? Нет, не обойду, блин. А, надо быстрее проломать здесь. Лава, ты вообще охеревшая, нахер ты здесь делаешь? Да уйди. Так, как я посмотрю на карту, тут везде одна лава сейчас. Так что я туда не буду копать. Потому что очень много лавы. Так, вот олово лучше докопаю. И сюда пойду, все. Буду копать вот сюда. Так, главное не ходить очень как-то быстренько, чтобы не упасть, если что, в лаву. Так, опа-на, редстоун. Железненько и на удачку. Редстоун нам тоже нужен очень много. Если здесь редстоун, значит, по идее, должны быть где-то алмазы.
Один редстоун я оставлю для света. И вокруг покопаем, посмотрим. Так, чем? А, прочность нормальная. Так, 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 таран, таран, там, там. Так, и внизу, внизу, внизу лава. Так, лава, редстоун. Точно где-то должны быть поблизости алмазы. Вот только где? Алмазы. Алмазы. Алмазяки. Мазяка. Графер. Музяка, графер. Так, ладно. Поднимемся, поднимемся. 10, нет. На 9 уровне всегда алмазы. Ну, я тут чаще всего нахожу. И мне всегда больше везет здесь. Ненавижу. Так, гравий. Ну, гравий тоже алмазом. Поближе к алмазу. Ну, его копать сюда бесконечно. Еще сколько здесь? Сколько тебе здесь? Опа-на, там что-то светится. Так, возьмем булыжник. Тик-так, тик-тик-так. Тик-так, тик-так, тик-тик-тик-так. О, золото я вижу. Мое золото. Мой ангел. Мое золото. Мое золото, золотко. Ха-ха-ха. Ресурсы. Так. Так, вот так. Чуть-чуть еще вот так. А можно и вот так сломать еще вот это вот. Добудем немножко, добудем немножко. И поедем на Горгош. На Горгош, 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 на Горгош. Как ты? Я тебя ударил, ты говно мертвое. Кушать надо. Зачем мне гнилая плоть? Я ее просто съем. Не ешь меня, я тебе песенку спою. Я гнилая плоть. Я зомби содрана, на помойке подобрана. Я от зомби отпал, и к тебе сейчас пристал. Ты меня сейчас ел, голодом заразился. А потому что ты не брился. Вот так вот все. Вот вам песенка моя. Тури-тури-тури-та. Сусуриту. Так, тут одна лава. Это херово. Но будет все клево, если мы найдем олова. То есть олова. 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 Оливер. Эх. Опа-на. Я русский из гетто. Пошел нафиг. Пошел нафиг. Пошел нафиг. Умри, зараза. Умри, зараза. Давай быстрее ко мне. Умри, умри. Иди сюда. Слышь, дай, иди сюда, я сказал. Засал, да? Засал. Да блин, ну почему-то все над лавой находится. Самый херен ресурс всегда над лавой. Ух ты, редстоун плавает в лаве. Значит, редстоун не тонет. Круто. А блоки тонут. Фу. Вот, нормально. Так что я сейчас могу к своим пробраться. Дебил! Фу! Нуб вонючий! Говно! Тупой я ты! Фу, блин! А зачем я чуть не обкакался? Фу! Нет! Уйду я отсюда! Где вы? Откуда вы все взялись-то? Ой! Фу! Блин!
Не умер. Фух, как это было страшно. Я думал, все, конец мне. Что, везде одна лава и скелет? А, вот оно что. Походу, спавнер скелетов. Так, и всем пока. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте большие пальцы вверх. И...